должны показывать хороший опыт проведения медиации и в судах, и вне судов. Пределы полномочий теперь о некоторых законах, о некоторых нормах этого закона. Пределы полномочий суда относительно медиации четко указаны в процессуальном законодательстве. Суды должны правильно разъяснять право на обращение к медиатору либо в критический суд, но не более того. И поэтому перелагать функции на судьи и упрекать суды в том, что не работает закон о медиации, мы считаем это некорректным. Вместе с тем суды обязаны не допустить нарушения законности по делам, находящихся в производстве судов, и правильно выполнять требования статьи 49, устанавливающие правовые запреты для того, чтобы заключается соглашение о медиации. Это когда нарушаются права третьих лиц, либо противоречит соглашению закону. Аналогичное положение содержится в статье 56. В связи с изложенным мнение отдельных медиаторов о необходимости заключения меморандума с государственными судами медиаторов, мы также считаем некорректным. Теперь по срокам. Относительно медиаторов.